Девчонки, всем привет! Начинаю новый влог. У нас пока мороз, минус 20, дубак. Был даже на один день 24, в школу не ходили. Сейчас идем со школы. Мне тут мелочь начала нудеть, что я не взяла ледянку. Я говорю, надо было предупреждать, когда звонила. В общем, горки нашли, катаемся без ледянки. Катались на одной папке, порвали ее в хлам. Я вся экипированная, вообще очень холодно. Сейчас покажу вам горку, покажу нашу школу. Давай, Бобсон, стартуй. Она такая маленькая, но крутая. На попе, на попе. Поехали. Ага, круто. Снегу много навалило. Прям много у нас сугробы кое-где. Прям вообще эта школа. Вот это маленькое здание. Это у нас до 5 класса получается, или до 6, наверное. И дальше стоит трехэтажная. Это уже взрослая школа. Так, все огорожено. Ну, съезжай, пупсончик. Какой человечек? Нет, на ногах не надо, так можно ногу сломать. Лучше на животе, на ноге не надо. На животе страшно. На животе нормально, но на ногах не надо. Не, ну лучше ноги туда вниз, а лицо ко мне сюда. А так ты врежешься сейчас лицом в сугроб. Вот так, да, ложись. Погнали. Как маленький морской котик. Поехал маленький морской котик. С лежбища такой скатился. Какие там птички пели у тебя? Фи-фи-фи? Да. Воробушки, снегири сейчас поют. На елочке, наверное, тут сидят. Вон, чирикают. А мы один раз приходили в школе про птиц как раз. Да? Да. Это хорошо. Дошли до дома наконец-то, спустя 40 минут. Пока дойдешь, очумеешь по таким сугробам. И практически нигде не посыпано. Даже у нас во дворе вот совсем чуть-чуть. Площадка вся, наверное, на метр. Ушла под снег. Нам этим летом здесь, кстати, обещают сделать прям комплекс, потому что площадка огромная, да. Ну нет, они, наверное, в конце мая, может быть, вот так вот начнут, сказали нам. Губернатор, наверное, выделил, получается, и здесь денег. Здесь еще будет никаких горок, здесь будут тренировочные залы. Здесь будет все. Да, потому что у нас этим летом тут срезали все, что было, оставили только вот эти два комплекса. И тут площадка огромная. И нам одобрил проект по голосованию в этом году на площадку, на большую. И мы дособирали еще по 1000 рублей со всех домов, с каждой квартиры. Ну, кто-то сдал, кто-то не сдал. В общем, дособирали по 1000 рублей, чтобы хватило, да, на всю площадку, чтобы здесь сделали что-то крутое. Ну, вот посмотрим, летом сделают, если я вам тогда покажу. Сейчас ходили в магазин, купила себе овсяночки, кефирочка, творога. Что-то как-то хочется подразгрузиться, потому что второй день просыпаюсь с отеками. Да? Хочется исключить соль хотя бы денечек-два. Посидеть на кефирчике, на твороге. Что-нибудь такое вот. Может, овсяночку с сухофруктами, тоже без сахара, без соли. В общем, попробую. Девчонки, день следующий. Пока малыш в школе, есть время поухаживать за собой, да? Я только что из душа, и сейчас будем с вами тестировать два интересных продукта от Эвелин. Купила у нас в магазине Орхидея парфюм, но Эвелин продается много где. Вот такая классная, красивучая должна быть, смотрите, здесь прозрачно, масочка-пленка. Очень красивая. И вот такой вот антибактериальный успокаивающий тоник. Он в такой маленькой бутылочке, все продукты бюджетные. За что я люблю, кстати, Эвелин, бюджетно и работает. Вот сейчас с вами проверим. Так, но начать нам надо с очищения. Я буду умываться. Сейчас добиваю вот такой вот матирующий гель для умывания от Гималава, правильно, да? У нас эти марки сейчас много где представлены. И в Фикси, и в Галамарте. Я, по-моему, в Галамарте его брала уже давным-давно. Надо добить, осталось не так много. Лимон. Он действительно с такой лимонной одушкой. И здесь есть частички, которые не растворяются. И они не скрабируют. Они очень деликатные. Причем, видите, есть и темные, и белые. Белых очень много. Достаточно густой гель. Очень приятно пахнет. И они не растворяются, не лопаются там на вашем лице. Ничего, да? Сейчас немножко водички добавлю. Они просто катаются на нем. Но слегка такой, скажем, отшелушивающий эффект. На лице на нашем начинает он пениться. И такая желтая пена. Гель пенится хорошо. Он очень деликатный. Не пересушивает. Несмотря на то, что он матирующий, да? И элемент какой-то увлажнения есть. Прям он такой приятный, прям скользкий.
Так, очистились, все, сейчас будем смывать. Он хорошо очищает кожу. Мне нравится больше на утреннее применение, вечером хочется чего-то пожестче такого. Так, и дальше. Дальше предлагаю протестировать тоник, потому что он у нас очищающий. Я хочу его перед маской именно использовать. Этот продукт. Берем с вами ватный диск. Так, и сейчас прочитаем информацию. Так, глубоко очищает, освежает, матирует, снимает раздражение для всех типов кожи, в том числе чувствительный, естественный уровень pH, антибактериально успокаивающий. Так, 99% эффективности алоэ вера и кокоса. О, алоэ вера и кокоса, вот так выглядит этот тоник, девчонки. Формула разработана под контролем дерматолога. Состав. Активные компоненты. Гель алоэ вера, кокосовая вода, депантенол, бетаин, гиалуроновая кислота. Состав классный. И так как у нас такой вот флакончик, мы, естественно, ну, такие очищающие тоники, я всегда диском ватным, да, прохожусь по лицу. Когда у нас какие-то тоноры или увлажняющие тоники, то их можно сбрызгивать, а такой лучше ватным диском. Он слегка имеет такой зеленый оттенок, аромат. Аромат приятный, как пахнут многие средства, которые содержат алоэ вера. Такой вот зелененький, приятный аромат, не сильно бьет в нос, еле уловимая душка. Мы с вами будем этим тоником завершать этап очищения. Написано, что он даже успокаивает кожу, это вообще здорово. Сейчас посмотрим. Комфортный, нигде ничего не щипит. И, кстати, очищает, слегка так пачкается. Диск ватный, хотя у нас утро. Так, все, прошлись по лицу, очистили его. Для тех, у кого бывает высыпание, мне кажется, тоник хорошо подойдет. Ну и там вообще много увлажняющих активных компонентов, тоник классный. По составу, сейчас посмотрим, по действию липкости никакой он не вызывает абсолютно. На лице комфортен. Ну что, ровный тон, очищенное лицо, напоры. Ну, поры чистые, они и так у меня всегда чистые. В общем, комфортный, комфортный очень тоник. И сразу матированное лицо. Видите, никакого блеска нет. Мы все, весь лишний себум, получается, с вами удалили. Лицо матированное, но не пересушенное. Сухости никакой нет. Нет после тоника ощущения, что хочется прям быстрее нанести какое-то увлажняющее средство или крем. Все как бы здорово, все отлично. Мне очень нравится. Прям надо запомнить этот тоник и на лето себе такой взять обязательно. Так, и масочка. Смотрите, вау-эффект она называется. Вот так она выглядит. Маска-пленка, пилов. Так, Бриллиант принцессы, кстати, несколько есть в разных оттенках. Черная, по-моему, еще какая-то блестящая, такие сашеточки. Так, что у нас здесь по-русски? Разглаживающая маска. У нас это именно придающее сияние с блестящими частичками. Здесь ягоды асаи питают и укрепляют кожу, улучшая ее эластичность. Гиалуроновая кислота, которая, мы знаем, да, за что у нас отвечает, за увлажнение, гладкость кожи. Экстракт граната заметно улучшает состояние кожи. Огромное удовольствие плюс очищение кожи. Так, ну что, мы, наверное, с вами кисточкой будем эту масочку наносить. Сейчас я ее найду. Нашла. Вскрываем. Ой, какая красивучая. Так. Отрывайся. Так. И начинаем выдавливать. Здесь такой красивый розовый гель, сердечки. Она очень густая, прям тяжело выдавливается. Смотрите, какая красота. Так, наносим. Очень блестящая маска. Прям очень-очень красиво пахнет. Еле уловимая такая косметическая душка, ничего критичного. Сердечек мало, в основном много таких перламутровых блесточек, очень красивых. Гель очень плотный, мне кажется, эта маска, прям она такая будет из разряда отшелушивающих. Пилинг-эффект будет заметный. Когда наносишь маску, если она гелевая, такая жиденькая, я имею в виду маски-пленки, она будет сниматься легко и, ну, от нее мало будет отшелушивающего именно эффекта. А здесь прям чувствуется. Так, нанос. Здесь как раз на одно применение в этой сашетке. Везде наносим. Осталось на лоб.
Не знаю, видно вам, передает камера всю эту красоту, сердечко, да, возле носа. На самом деле она красивее, чем передает камера. Так, на лоб. Я прям такую масочку взяла бы в тубе. Ну, сейчас посмотрим еще на эффект. Интересно, надо поискать, продаются они в тубе. Или только вот такие вот разовые. Это такое розовенькое, как у поросеночка. И блестящее. Так. Все, навеки я такие продукты, естественно, не наношу. Сейчас еще додавим, нанесем где надо. Ну все. Все, пустая. Смотрите, вот такая красота. Все переливается, все блестит. Так, и сколько нам нужно ее держать? Ну, до полного высыхания, естественно. Они, маски, пленки высыхают по-разному. Хотя пишутся до 15-20 минут. Здесь написано около 20 минут. Посмотрим, как высохнет. В общем, я к вам вернусь. Ну что, девчонки, маска высохла. Сейчас будем с вами вместе ее смывать. Смотрите, какая... Не смывать, а снимать. Какая красота. Теперь вот эти все блестючки, мне кажется, на высохшей видно сильнее. Сохла она не 20 минут, 30 минут. У меня все так маски почему-то, пленки долго сохнут. Как я и ожидала, прям так это, хардкор. Но я такие люблю прям. Ох, красота-то какая. Ой, что тут за бровь? Или за волосы? За волосы. Ой, какая кожа сверкающая, девчонки. Не знаю, насколько вам видно на камеру. Она прям, знаете, как после хорошего корейского ухода. Прям такая вот сверкающая. Не жирный блеск, а сияние изнутри. Вообще красота. Ничего себе. Маска крутецкая вообще. Надо было больше брать. Слушайте. Обычно у меня как-то после масок пленок лицо матированное, да? В основном. Всегда так. Немножко даже подсушено, и хочется что-то нанести. А здесь прям красота. Видите, как лоснится? Ну, не лоснится в плохом понимании слова, светится изнутри. Здорово вообще. Такое ровное-ровное лицо, очень гладкое и сияющее. Слушай, не обманули. Обещали сияние, и есть сияние. Вот она, масочка вот эта вот блестючая, как выглядит. Классно, маска вообще огонь. Прям вот, наверное, самая лучшая маска-пленка, которую я когда-либо пробовала в жизни. Ох, как хочется, чтобы они такое в тубе выпустили вообще, девчонки. Я бы прям запаслась на года. Эффект отпадный, вообще здорово. Поры. Поры чистые, суженные, девчонки. Поры суженные, прям узкие. Вообще здорово. Сейчас вот прям даже никакого крема, можно смело наносить макияж. Класс, мне очень понравилось. Я прям в восторге от маски, супер. Так, что будем с вами делать дальше? Дальше мне сейчас на дневной основе нравится наносить фаберликовский гель Aloe Isul. Давно стоит у меня, что-то вот я его нашла, откопала. Хорошо увлажняет. Хорошо увлажняет. По-моему, здесь есть еще гиалуроночка из корейской линейки. Пахнет прям алоэ. Свежая такая зелень. Потому что сейчас очень не хватает увлажнения кожи. Сохнет все, губы. Ну, на лице явных таких нет. Иссыханий, да? Но я стараюсь ухаживать. Масочки питательные сейчас прям заходят на ура. Просто. Потому что все сохнет. И по нему сейчас классно будет ездить массажер. И на ежедневной основе использую вот этот кварцевый массажер. Так, включили. И что могу сказать? Отеки убирает однозначно под глазами. Разглаживает, что ли, как-то кожу, вот мне кажется, девчонки, разглаживает ее. Есть этот эффект, когда пользуешься ежедневно. Ой, как хорошо по гелю алоэ, прям великолепно. По ночной маске Global Oxygen у нас с вами застревал, потому что она липкость вызывала. А тут прям красота. Некоторые девчонки писали в комментариях, что головную... Ну, две, наверное, даже девчонки, по-моему, писали. Головная боль появляется. Здесь все, девчонки, индивидуально. Надо смотреть, может быть и такое, если сильно на лбу будете задерживаться или сильно долго массажировать эту зону, то
Может и головная боль появиться у кого-то. Все мы разные. Конечно, кто приобрел и появилась головная боль, но не выкидывать же его теперь. Наверное, тогда избегаю области лба пробовать. Декольте себе массажировать. Мне понравился эффект от него. Такой выровненной кожи. Сколько вот уже, наверное, больше недели, да, я им пользуюсь. И отеки, да, отеки снимает под глазками. Это здорово, на самом деле. Прям такая первая помощь, спасательный круг. Вот. Вот такой сегодня уход. Пока маску держала, убралась, все дела переделала. Нет бы полежать, да, как нормальные люди, как положено, с масочкой лечь, полежать. Зачем целые полчаса тратить зря, когда можно столько дел переделать? Так. Вот хорошо, как свои морщинки прорабатывать. Меня лично, когда я сделаю здесь, расслабляет. Ну, кого-то, видите, голова потом болит от этого. Надо, конечно, на это тоже обращать внимание. Все, гель алоэ высох практически. И уже плохо ездит. Декольте тоже хорошо. Ой, ну как мне понравилась маска. Вообще, от Эвелин. Прям, девчонки, где увидите, я вам очень рекомендую. Такое крутое сияние у меня еще ни от одной масочки не было. Прям здорово. Вообще. Сегодня делала заказ на сайте Galamart. У них сейчас там скидки. Не знаю, когда выйдет видео. Наверное, уже после. Но у них они постоянно какие-то скидки и акции. Берешь на 1000 рублей 200 рублей в подарок. Ну, 200 рублей скидку делают. Берешь на 1500 рублей 300 рублей в подарок. Вот я взяла сейчас на 1500 рублей разных интересных и косметических штучек для дома. Мне нравится Galamart доставка, это не то, что Фикси. Вот я бы Фикси тоже доставкой пользовалась. Один раз я делала, но Фикси они так сделали сайт, что не все продукты, а, наверное, 1/4 часть только на доставку. А все остальные, в основном, новинки. Так, выключайся. И самые интересные продукты, они на доставку не идут. Поэтому обидно, конечно. В Galamart'е 99% товаров на доставку. Там пледы, правда, классные сегодня смотрела. Не очень дорогие, бюджетные и большие. Но вот они вот на доставку не были. А так все, что я хотела, все, что смотрела на доставку в Galamart'е есть. Все это круто. И акции вот эти у них замечательные. После гиалуронового геля есть липкость, но она сейчас пройдет. Видите, небольшая. Но он мне нравится, он хорошо увлажняет. Сейчас вот на зимнее время года мне прям вот с ним хорошо на день. Да? Так, ну и все. Девчонки, вот такой у нас сегодня был с вами уход. На этом, наверное, влог буду заканчивать. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.